какой-то город, да? Он к Мерину подходит. Это армянский флаг! Посмотри! Так, выходи в машину! Любого армянина мы всегда должны быть! Прекратите! Максим, а что там? Смотри! Иди сюда! Вот видишь, там проволока! Проволока идет, как в тюряге, видишь, как на зоне. А вот эти хрени, это что такое? Значит, тут сидит. Там не кто-то сидит, там какие-то бочки, там, видимо, что-то нефтяное. Так, ладно, Максон, там... ты решил проверить? Господи, да что, блядь, за дети-то такие, а? Ну куда ты попёр? Ну куда ты попёр? Собаки! Собаки, дебил! Собаки! Быстро, быстро валим! Быстро! Мы работу ищем! Женщина, успокойтесь, не надо милицию! Она говорит, милицию вызовет. Женщина, простите, пожалуйста, мы хотим вам помочь, что-нибудь помочь надо? С бабы, говорят, ходят. Да это мой брат с сестрой. Женщина, скажите, нам точно выйти? Ты вчера сиденье находил, вот, смотри. Ух ты. Васич, Вася, тебе нельзя с копами связываться. Уходи, Вася. Может, я туда подойду, к ребятам, вот к этим поговорю. А? Смотри, сумки. К ребятам подойдем, ребят. Сумка нужна, ребят? Да у вас же сумка. Ладно. Ребята, может... Я обувь нашел Максу. Катя, кого? Я обувь Максу нашел. Это что? Вот, смотри. Макс! Осторожней, скользко. Макс! Брат, я тебе обувь нашел. Да, ты же хотел обувь. Ты, блядь, уйди с дороги. Господи, блядь. Один есть! Зачем перешел дорогу? Иди теперь там, иди там прямо! Бегом сюда иди! Не можем нормально найти какое-то заведение спокойно, как? Зайти туда, поговорить, сказать, что вам нужно, ящики принести, или еще что-то. Мы занимаемся какой-то реальной этой, Ниной. Ну просто жесть, реально. Этот по дороге. Чё, какой кафе? Иди сюда! Ты чё делаешь? Что он творит? Да что он делает? Он тут через дороги приезжает. Он прокачивается, ребят! Пойдем проверим. Там денег не заработают, ребят. Почему? А вдруг там за это что-то, Макс говорит, зарыто может быть что-то? Да реально! А может вместо того, чтобы работать, мы клад найдем? А? Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Марися Климова, прости любимого. Опа! Еще раз, Мурка, ты мой муреночек, Мурка, Раиса Климова, прости любимого. Оп! Никого. О, подайте кто сколько может. Спасибо большое, спасибо о, девушка, большое. Спасибо, помажу, дай помажу тебе. Давай, меня. Дай помажу. Это все. Если черебас есть, все, деньги будут. Хорошо. Девушка, спасибо вам огромное. Все, пошли. Что там они? Да. Так, бросай это колесо, ты что?
пошла. Быстрее пошли. Да в конце это кольцо. Уйдите отсюда. Убери это колесо. Убери, я сказал. Оно опять к нему прикатилось. Вась, это странно. Ладно, ладно, согласен. Пошлите, хватит убраться. Надо убрать. Задание получено. Надо выполнять. Да, погнали. Нихера себе, лом, пила, смотри, ножовка, лопаты, лопата. Смотри, скопает, ржавый. Фу, туалет. Так, туалет. Макс, Вася с Катей уже ушли. Мусор на дороге, это хрень! Нельзя выкидывать мусор на дорогу! Что за фигня? Мы вам хотим очень помочь, полы помочь, что вам помочь? У нас задание, нам нужно на ужин заработать, понимаете? За что вы бросили меня? За что? Где мой очаг? Где мой ночлег? Не признаете вы мое? Человек. Можете ли вы нам дать какую-нибудь работку, мастера? Нам нужно раздобыть еду на ужин. Вы бы что-нибудь сейчас отработали здесь, тебе помогли бы, коробки мужики вот переложат, тебе помогут. Да не, я сам. Ну что-нибудь, хоть какое-нибудь задание, хоть нам что-нибудь нужно заработать на ужин. У нас там еще две девочки остались из участия дома. А как я вам там? Ну что-нибудь, что вам не жалко? Ничего. Как нету? Кафе зайди. Кафе? Кафе вот тут, да? Дадут, да? Да. Пойдем. Спасибо вам большое. Спасибо, хорошей торговли вам, хорошего дня. Все, смотрите, если, сегодня в 20:00. Если захочешь, игры реальности себя. Игры реальности, если захочешь. Сайт игры реальности, мы участники. Смотрите себя в прямом эфире. Игры реальности. Здравствуйте. Скучаете, ребят? Ассаламу алейкум, ребят. Привет. Ой, как здорово, чувак, как у вас идут? Отлично. Ребят, нет, я первый. У нас, короче, братуха, у нас проблема. Мы, короче, хотим бабла заработать, поесть. У нас вообще нету ничего. Мы можем спеть. Спеть, брат, пацаны. Макс танцует вам. Так, мы хотим вам представить, вы слушали кто-нибудь новое реалити-шоу «Игры реальности»? Слышали новое шоу «Игры реальности», игры, ребят? Реальности. Забивайте свои гаджеты, вот сайты «Игры реальности». Мы участники этого нового шоу «Реалити», «Игры реальности». Макс у нас танцор диска, Макс. Я могу спеть. Я тоже. Песню о любви. Помогите нам. Сегодня вы сможете смотреть в прямом эфире в 20:00. Вы тут в реальности. Мы ваше прорекламируем ваше заведение как самое классное заведение. Мы готовы сделать это за две самсы. Один хачапури. Я спою. Что для вас можно сделать? Я могу лунную дорожку сделать. Приходите в чехану, приходите в чехану. Она здесь самая крутая. Здесь очень вкусно кормят, здесь вкусная еда. Приходите все сюда, обязательно. Ребята, молодцы, вы классные. Да? Я вам одну лепешечку могу отдать, потому что я тут работаю, просто рабочая. Лепешка, нормально. Это уже ноль. Если я была бы, я бы вам получила. Это Макс, все, Макс. Хороший человек. Молодцы. Вы хороший человек. Спасибо вам огромное, честно. Дайте ему лепешку. Давайте. Давайте. Нам говорит, дайте, пожалуйста. Конечно, давайте. Давай-ка повежливее. Такое вми. Ну, что ты творишь-то? И так ведь люди. Сбои бывают. Вот цветом подзарядить. Давно не заходили. Вот эта чехана прекрасная. Приходите в нее. Плов, шурпа, лагман, казан-кебаб, манки, суп гороховый. Все очень вкусно. Приходите именно в эту чехану, потому что за такие деньги и так вкусно. Вы нигде не поедите. Это очень вкусно. Спасибо вам огромное. Настроение. И вам огромное. Всего хорошего. У нас целая лепеха, Вася. Лепеха. Лепеха. Это неплохо. Лепеха, это неплохо! Здравствуйте!
Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, молодой человек? Денис. Денис, очень приятно. Вы что-нибудь слышали про новое шоу «Игры реальности»? Нет. Это уникальное шоу, которого нет в аналогов в мире. Я участник этого шоу. И сейчас у меня задание. Мне нужно срочно заработать на ужин хоть немножечко что-то на еду. Я вам могу спеть, танцевать, убраться, прибраться. Что вам нужно сделать? Чем могу помочь? Чем могу... Песенку хочу. Песенку какую? Веселую. Веселую. Ах, мамушка, на саночках каталась я не с тем. Ах, зачем Сереженька села под березоньку? Ах, мама, мамочка, зачем? Шила платье белое и завивку делала, от любви кружилась голова. А подружка Зиночка перешла тропиночку. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, ах! Ну, вам понравилось, Денис? Очень замечательная песня, очень позитивно. Желаю всем вам удачного вечера. А вы сегодня себя сможете увидеть в прямом эфире в 20.00. В «Играх реальности» на сайте заходите, регистрируйтесь. Обязательно. Это нам. Это ребята, вам... я заработала 200 рублей. И мы сможем сегодня накормить нашу команду. Спасибо, спасибо, Денис, огромное. В 20.00. Вы сегодня герой нашего Денис, дня. Пятерку. Вы герой нашего дня. Спасибо огромное. Ты нас спас, реально, нам жрать нечего. Да, вы нас просто спасли. Мы сегодня... Катюха, ты делаешь чудеса. Это что-то. Катюха лучшая. Опа. Спасибо, Денис, я к вам еще заеду. Обязательно ждем.